И снова всем здравствуйте. Вчера вызвонил друг меня. Вон он лазит. Потом покажу. Решили до клубника еще раз съездить. Новое место, новые впечатления. Показываю. Здесь вот такая вот ягодка растет. Вот такая. Вон какая, смотрите, крупная. Прям ядреная. О! Смотрите, какая она тут. Вообще, как на подбор, как грохоченая будто. Да у нас пальцы как грохот уже. Здесь вот такое место. Вот Серега копается. Говорит, пока два ведра не нагребу, никуда не пойду. А еще, говорит, пошли, говорит, в гору. Зачем в гору ходить, когда под горой ее навалом? Тут вот солнышко встало. Уже время-то еще мало, еще 9 часов нету. А мы уже в Косогоре. Тут карасаны пасутся у нас. Вот они. Их там... Скажи, а мы уже почти по ведру набрали. Почти, ага, почти по ведру. Да не по ведру, а я вот... Вот моя бодеечка 5-литровая. Я не вижу нифига. Ну, вот так вот примерно. У бидона уже набрал. Вот деревня рядом. Все чики-пуки. Гребем в обе руки. Если пить захочем, вот тут родник, вот под этой березкой родничок бьет. Мы пойдем там напьемся. Но у меня есть сок березовый с собой. Он сейчас растает, мы его напьемся, если что. Трава еще мокрая. Вот она. Вот она, ягодки. В общем, некогда мне тут с вами ля-ля-то поля. Так, лодыри, отрывайте свои пятые точки от диванов и вперед все в гору за ягодами. Или на базар идите. Ну вот, ребята, 2 часа прошло. Моя одна корзиночка полная. Ну, как сказать, корзиночка. Не корзиночка, а вот такая баночка, бутылочка. Ведерко, ага. Деревня. Деревня, это так сказано. Это конец или начало города. Это, короче, частный сектор города. Коровы стоят в воде две. Остальные отдыхают. Пастух сбежал куда-то. Пастушка, вернее. А мы все тут толкемся на одном месте. А что не потолкаться, когда она есть? Я толкусь на этой клубнике лет с 6, сколько я помню. Мы еще не здесь жили, жили в Казахстане. Город Зряновск. Меня мать с одного района города через гору таскала под гору Орелаш с западного на 139 квартал. Туда далеко. Я там ее и топал по ней, и прыгал, потому что жарко, мошки кусали. А сейчас тоже прыгаю, кусают. Ну, намазался пока нормально. Тут шиповник будет в этом году хороший. Сейчас покажу. Вот он. Тут плодов не видать. Ну, есть. Набрать можно будет. Тоже маловато, но есть. Кузнец от меня тут скачет куда-то. Вон он. Да покажись ты. Куда-то сюда улетел. Вот он. Стои. Блядь, смотри на него, а. Какой прыткий, стой. Эх ты, сука. Поймался. О, какой кузнечик кусается. Морда протокольная. Ва-ва-ва-ва-ва-ва, ты меня не кусай, давай. Вот он, все, попался. Вот такой кузнец. Вспомнил я одну бякушку. Все, ускакал. Мы с женой пошли на рыбалку, она беременная была. Сорожка шла по-черному. И черви кончились. И прикинь, такая ситуация.
Она беременная прыгает нахуй по косогору и кузнечиков ловит. Что-то наживку, чтоб рыбку поймать. Вот такая была канитель. До сих пор вспоминаем. Ёкалэмэне. Вот снарядил вторую бадью. Такая же. Ну, по 5 литров они. Бочечки. Вот она здесь есть, ягодка. Она вот в этом шиповнике сидит. Я уже накололся несколько раз. А ягода здесь крупная. Вот примерно вот она. Вот такая вот крупненькая. Мелочь есть. Естественно. Как без нее? Без мелкой никуда не деться. Но в основном она... Вот она, хорошенькая прям. Ох, упала. А вот тут такая гроздочка висит. Прямочки, вот очки. Ой, они, сколько их там много навалом. Все, надо мне вот этот весь шиповник прорядить, оказывается. Да, это сколько я шиповников сегодня, этих иголок поймаю. Вон какая щетинка у них. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Ну ничего. Не нравится? Вали отсюда. Вот смотрите, ребята, демократы, девочки и мальчики, чтобы понять калибр ягодки, вот на ладошку у меня сколько вместилось, можно их сосчитать тут. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ровно 20 штук оказалось. И полная ладошка. Вон она, все высыпается, если согну. Вот такая ягодка здесь попадается. Вот она торчит. Зелененькая, пусть сидит. А вот уже переспела. Это уже все переспело. Я ее сейчас просто стрескаю. И она вкусная. Вот это вот клубничка. Она крупнее Виктории, которая вот у меня там на горе растет. В кустах. Вот так вот. В этом году хорошая клубника уродилась. Просто надо ходить ее искать. Сейчас пойду вот туда, где Серега сидит. Там, я смотрю, осот высокий. В осоке она должна быть еще крупнее. Пойду схожу. Вот в осоке она вот такая вот. Она здесь стоит. Ее видно. Вот она. Ну, надо беречь руки. Я вот перчатку надел. Это резучка, трава такая. Не заметишь, как порежешься. А вот это мы сейчас все будем собирать. В осоке она крупная. Все, мы попали под дождик. Ну, здорово, карасаны. Вон пастушка стоит. Пока добежишь, сейчас и мокрый будешь есть. Вот на этом уклончике сидели мы. Никуда не ходили. Вон там осот, резучка. Ну, иди, иди, иди. Но она сильно густая. Иди, 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 иди. Ну, пошел. Под иди. Клен. Тополь, что это? Тополь. Это осина. Осина, это осина, точно осина. Под осинкой спрятались маленько. Здорово, корова. Горёва, корёва. Давай, давай, давай. Горёва, карасан. Ну что вы, вас тянешь сюда? Иди сюда. Дядя. Давай, дядя, почухаю. 100 лет я корову не держал за рога. Что, льет? Да ёкалы мене. Да пошли уже теперь, что уже вымочило. Дойдем, и сегодня шняк будет. Ага, блядь, сейчас так это. Вон лайба стоит, надо к ней идти. А как к ней идти, тут он льет, как из ведра. Ну, налетела откуда-то сбоку тучка. Обычно они оттуда же идут.
Он громыхал, 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 громыхал в спину нам. Бабах! Ну хоть бы затих чуть-чуть. Ну. А он не хочет затихать. Да пошли. Один. Все равно уже мокрые. Вот оттуда пришел. А должен был оттуда. Во, вроде затих. Чуть-чуть. Все. Потеряла коров? Ну вот и все. Вот сейчас кончится. И мы домой. По ведру набрали